Два года ожидания и, наконец-то, результат. 10 января сотрудники Одессгорэлектротранс запустили трамвай для апробации рельсов на новощипном ряду. Так, обкатка продлится до 4 дней. Затем по этим путям начнет курсировать трамвай номер 11 по маршруту Старосиная, площадь Алексеевская. Это случится уже в конце недели. Напомню, улицу перекрыли в 2020 году для капитального ремонта, а трамвайные маршруты поменяли. Тендер со второй попытки выиграла компания «Росздорстрой». Она взялась выполнять работы за 158 миллионов гривен. В ноябре 2020 года в горсовете пообещали, что реконструкцию и благоустройство новощипного закончат до начала курортного сезона 2021. Однако работы не только затянулись почти на полгода, но и подорожали. В ноябре уже прошлого года глава облгосадминистрации Сергей Гриневецкий согласовал откорректированную проектно-сметную документацию на 185 миллионов гривен. Отмечу, что капремонт – часть проекта «Север-Юг», который должен соединить поселок Котовского и Таирова. На данный маршрут в этом году должны закупить 12 новых низкопольных 30-метровых трамваев. Как мы можем сейчас заметить, работы близятся к завершению. Еще вчера самый грязный участок Одессы сегодня значительно преобразился. Мы будем и дальше следить за завершением капремонта на новощипном ряду. С места события Василий Возовлук, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер».